Улан-Удэнские студенты взялись за кисти и краски. Волонтеры готовят город к 9 мая. Одним из первых объектов они облагородили мемориал Победы. Легендарный танк Т-34 освежили новой краской, а сам мемориал очистили от мусора. Сегодня волонтеры занимаются благоустройством территории мемориала Победы, а именно покраской танка, уборкой прилегающей территории, покраской скамеек. Все это проводится в рамках подготовки к 9 мая. В целом по городу Улан-Удэ приводятся в порядок все мемориалы, комплексы, памятники, мемориальные доски. Все приводится в порядок. Освежить мемориал вышли 30 студентов из ВЗГИК и техникума строительства и городского хозяйства.